Всем привет, с вами Денчик, это вторая часть прохождения Tom Clancy The Division. Мы в основном лагере. И сейчас будем проходить основные задания. Погнали! Мы вышли из лагеря. FPS тот же, стабильный. Я настраивал целый день игру. Добился оптимальных настроек на 970-й карте. Если будет интересно, на моем канале есть полное описание всех настроек, также настройка графики. О, как только я попал в город, мне дали 4-й уровень. Супер, ячейка оружия доступна. Можно емку поставить. Можно ее улучшить. Поставим коллиматор. Ну, в принципе, ничего больше не доступно. Этого хватит. Погнали. Опа! Гады, гады, гады! Сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом. Ого! Из малого калибра! Это мародеры! Всем бойцам ОТГ! Прием! Поиск источника сигнала. Анализ завершен. Передаю координаты. Внимание! К вам приближается противник. Приближается противник! Давай. Цель под контролем. Хорош. Враг полностью нейтрализован. Конечно, бы в дерьме были бы. Диспетчер, говорит агент Фейлау, я уполномочена приказом президента и Министерства национальной безопасности, директива 51. Операция «Ответ», второй этап. Кто бы вы ни были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Мы вас прикроем. Только не стреляйте в тех, кто пытается вам помочь. Конец связи. Ну, это как в бете начало. Сейчас будем их убивать. Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Отряд 43. Хорошие новости. Сообщаю, что к вам идет подкрепление. Агентка спецотряда. Наконец-то. Вас только за смертью посылать. Гоните их сюда. Да пошел. Открываешь на лестнице. Мартина, сомкни с флага. Давайте, давайте. О, привет, чувак. Да выйди из укрытия. Да блин. Да ё-моё. Да умри, глянь. А-а-а. Это босс. Вот дурак стоит на улице и перезаряжается прям. Где он? Сколько зеленого? Класс! Диспетчер, ситуация снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Будьте начеку, сохраняйте боеготовность. Рад, что вы живы. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай. Так, теперь у нас все по-русски. Посмотрим, что здесь расскажут. Система Лично. Вентиляции и очистки воздуха включена. Уровень заражения снижен. О, хранитель наград. Здесь моя награда, кстати, от Ubisoft за предзаказ. Посмотрим. Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Мэдисон Сквер Гарден есть вирусолог, но тот район кишит бандитами.
С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее. Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле, и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Исаак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. Ох, как хорошо, когда все по-русски. Реально. Перевод по-русски. Все супер. Так, обновление карты. Нужная вещь. Выполнено. Супер. Тоска зеленая. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, тогда мы сможем заняться изучением вируса и получать больше припасов. Не только для гражданских, но и для себя тоже. Так, готово? Да. Следующее, что нам нужно сделать? Сейчас сюда. Силовой корпус пребывает в запустении, еще здесь не хватает капитана Бенитоса, его ВТГ обожают. Бенитос наверняка поможет нам с разведданными и огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы от этой мрази. А я думал, Бетти, что мы тут технический делаем? Технический блок переживает не лучшие дни, но если удастся доставить сюда Ротса, дела пойдут на лад. Этот парень много чего умеет. Он из частной военной компании, и он умнее, чем может показаться на первый взгляд. Посмотрите! Вот он, наш хранитель наград. Прям как из сталкера вот этот чувачок. Зацените, что у меня тут есть. Бесплатно. Шапка ликвидатора. Забираем. Получить. Бейсболка. Получить. Кепка. Ох, память. Получить. Спортивная куртка. Получить. Штаны ликвидатора. Штаны осады получаем. Футболку получаем. Футболку осады получаем. Ботинки ликвидатора. Бесплатно. Вот он, рюкзак. PX-63. Бесплатно. P416, химзащиты, урон 210, 4 уровень бесплатно. Получаем. Продать. Ему тоже что-то можно продать. Вот это можно продать. Броню сейчас разберемся. Ресурсы. У него есть аптечка. Бесплатно. Коробка эмигранат. Коробка гранат с газом. Коробка зажигательный гранат. Недостаточно места. Фугасный гранат. Нет места. Коробка электрогранат. Кредиты. Детали оружия. 3 штуки, по-моему. Бесплатно. Забираем. Инструменты бесплатно. Ткань. Электронные компоненты. Консервы заберем. Протеиновый батончик. Вода. Лимонад. Зажигательные патроны. Пули. И разрывные пули. Супер. За предзаказ мы все забрали. Эй! Плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда, что поделать. Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе. Я готовилась к этому всю свою жизнь, но я не так себе все представляла. У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить. Я так и сделала. Не помогло. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да, ладно. Ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести. Бедная баба. Надежный плацдарм. Прибыть вместе с Фэй Лао на операционную базу. 15 этих штучек и плея. Так, давайте посмотрим, что мне дали из предзаказа. Это броня. 20 уровень, рюкзак. Повышает дополнительный урон. Здоровье уменьшает и сила навыка уменьшает. Так, ну, будем брать, что делать. Нам еще дали P416 химзащиты. Ну, возьмем его. Посмотрим, как его можно модифицировать. О, прикольный, синий такой. Так, запросить доклад об обстановке. Что тут нам нужно?
Значит, ты агент спецотряда. А рот ты не открываешь, я Супер. Понял. Супер. Не обращай внимания на смерть и разрушение вокруг, а также на то, что многие уже пытались сделать то, что предстоит тебе, и погибли. Причем наверняка ужасной смертью. Ну да, они были лучше оснащены, и что с того? Судьба слепая, бессердечная, с этим ничего не поделаешь. Сохраняй позитивный настрой. Да. Хорошо, что это тебе предстоит рисковать жизнью, а не мне. Крутая баба. Но я буду держать тебя в курсе событий. Объяснила все как надо. Так, посмотрим, что нам дали. Современная армейская кепка — фигня. Шапка ликвидатора — фигня. Карта, кепка осады — фигня. Бейсболка — фигня. Так, штаны. Джинсы — фигня. О, желтым не кайф быть. Штаны осады. Ну, штаны осады, кстати, поприкольнее будет смотреться. Дальше. Легкая одежда. Простой лонг-слив. Ладно, футболка ликвидатора. Желтая привлекает внимание. Футболка осады — более темные тона. Супер. Верхняя одежда. Простая куртка. Снимем ее. Ну, вот снять, вот одеть. Фигня. Куртка красная — фигня. Спортивная куртка. Белая вообще привлекает внимание. Вот это и оставим. Обувь. Простые замшевые кеды. Кроссовки. Только ботинки ликвидатора. Пфф, какие-то галоши. В красочах будем бегать. Ну, вот эти, кстати, тоже было прикольно. Ну, так вот выглядит комплект химзащиты, либо ликвидатора ЧС. Весь желтый такой, жесть. А комплект Rainbow Six осады выглядит вот так. Во, темненький такой, прикольный. Как раз для тайного агента. Так, мы теперь в одежде Rainbow Six. Это по предзаказу нам дали, и пушку дали, и кепку дали, и штаны дали. Вот так вот это выглядит на свету. В принципе, красиво. Такая пушка на 30 патронов. Ну, я привык к этому СМГ. Выберите операцию. Теперь у нас очень много дополнительных заданий. Их слишком много! Тихо, там много, да. Вашу мать. Как и в бета, мы пойдем на полевой госпиталь. Уровень 4, найдите агентов, выберите сложность. Нет, не хочу выбирать агентов, сам пойду. Пока у меня из друзей никого нет. В здании Гарден полно бандитов. У них в заложниках доктор Кэндл и ее персонал. Доставь этих врачей к нам на базу, чтобы было кому работать в медблоке. Так, тут мы идем за врачами. Мы останемся здесь и прикроем тебя, а врачей потом проводим на базу. Ну да, красавцы, мужики пошли бабу отправили. Сейчас мы тут разберемся со всеми. Где они, черт побери? Где они? Блин, какой у нее разнос все-таки. Но зато мощная. Ты меня не должен видеть. Вот, правильно. Все. Подключи меня к системе безопасности. И думаю, я смогу найти Кэндл. Безопасность. Так, что тут по ящикам? Так, ящиков нету. Подключаюсь. Посмотрим, что тут есть. Смотри, тут записи камер. Бандиты заставили Кэндл и других врачей оказывать помощь своим раненым. Только поэтому их еще не убили. Понятно. Сейчас мы их и накажем. Ящик, я помню, здесь был. Так. О, еще есть протеиновый батончик. Все ящики на местах. Из беты, это хорошо. Похоже, их люди наверху, в ресторане. Бандитов тут много, но если с умом использовать укрытие, ты сможешь перебить их, не подставляясь под пули. Конечно, смогу. Сейчас. Вот тут был ящик. Вот здесь ящик. Посмотрим. Что у нас есть? Консервы. А где моя граната?
Вот они, гранаты. Я что-то слышал. А ты что-нибудь слышишь? Так, берем гранату. Не прозевай. Нас больше, солнышко. Солнышко? Они знают, что я баба? Обнаружен новый противник. Ну, сейчас поиграем. Полетела первая. Не долетела. Обнаружен новый противник. Ох, разброс какой, ё-моё. Куда бы кинуть? Ладно. Да, отдача жесткая. Надо стабилизатор покупать. Внимание! Обнаружен новый противник. О-о-о. Блин. Почему она не уходит из укрытия? Ладно, за деревню можно это убирать. Так, не подходи ко мне, Надя. Блин, тебя не видно. Ну, хорош. Кендалл и ее люди все еще наверху, на кухне ресторана Кобис. Ну и погром тут устроили эти бандиты. Мой папа безумно огорчился бы, если бы увидел. Мы с ним часто ходили сюда на матчи. Наверное, даже хорошо, что мои родители этого не видят. Но... есть и те, кто борется, кто до сих пор не сдался. Мы стараемся ради них, агент. Так что вперед. Поехали разбираться. Ящик. Аптечка. Отмычки нет. Надо сюда будет вернуться. Чтобы добраться до Кобис, придется пройти через несколько зараженных зон. Там было много больных, пока их не перестреляли. Так что осторожней. Тут ничего. Не собирайся. Так, сейчас ты подохнешь, сука. Какого хера вам тебе надо? Чужих здесь не будет. Зарвись. Да ладно, как ты выжил. Вот вы мрази. Да ладно, ладно, все, все. Готово. Освободить. Освобождаю. Так, пригнитесь и не шумите. Внимание! Обнаружен противник. Давай, давай. Задержим вас так. Черт,
По ним ведут огонь с крыши, шагу ступить не дают. Тебе нужно подняться наверх и убрать этого пулеметчика. Нас прижали! Мы не выберемся отсюда, пока кто-нибудь не уберет пулеметчиков, которые засели на крыше! Действуй, агент. Ага. Сейчас бабы всех раскидают. Тут, я знаю, есть два ящика. Сейчас пойдем заберем их. О, рюкзак. Второй ящик. Зажигательные пули как раз нам пригодятся на крыше. Отряд Альфа. Наш агент зачищает крышу. Кэндл уже у вас? Так точно. Она и ее люди только что прибыли. Как только крыша будет зачищена, мы их отведем на базу. А вот и я. Давай, давай, поближе подойдем. И сюда. Первый. Раз, два. Блин, патроны. Это слепой. Главный автоматчик. Внимание! Новые силы противника. Так, так. Пулемет у него, сука. Светошумовая, электро, что у меня есть? Зажигательная, газовая. Внимание! Новые силы противника. Она ближе. Электрограната. Смотрим. А, все, все стреляли. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь мы с тобой один на один, братан. О! Ха-ха-ха! Оконтузило, да? Теперь получай. Фу! Ой-ой-ой! Какой-то там патрон. Блин, а что такое? Есть. Врачи спасены! И Кендалл, и весь ее персонал. Обошлось без потерь. Хорошее начало, агент. Жаль, меня там не было, я бы прикрыла. Тем не менее, из нас вышла отличная команда. Когда вернешься на базу, поговорим с Кендалл. Она многое может для нас сделать. Фух. Что у нас, доставка? Ячейка навыка. Пойдемте дальше. На базу теперь. Основные характеристики. Вот, нам дают подсказку. Оружие, запас, сила, электроника. Это три основные характеристики агента, от которых зависит, соответственно, урон от оружия, здоровье, сила, навыков. На основные характеристики влияет использованное снаряжение. Таким образом, вы сможете подобрать все снаряжение, которое усиливает урон от оружия, здоровье или силу навыков. Можете как сделать упор на одну характеристику, так и собрать комплект, сбалансированный по всем параметрам, смотря какой стиль игры вам больше нравится. Так, мы тут вышли, всех спасли. Пойдем на базу. Так, вернулись на базу, поговорить с Джессикой Кендалл. Какие гости. Этот Гарден был просто адом. Я, конечно, и раньше работала в сложных условиях, но... Да уж. Тут, конечно, не храм науки. Приборов нет, персонала нет, за дверью толпа пациентов. Так не пойдет. Мы делаем, что можем, доктор Кендалл.
Если вдруг у вас есть предложение, поделитесь. Да знаю, знаю. Дареному коню и все такое. Но я же должна понять, откуда этот вирус взялся и как его убить. У нас есть зацепка. В ЦРС считают, что тут замешан некто доктор Гордон Амхерст. Боже, этот урод. Я как-то видела его выступление, там такое началось, но... Но если он причастен, надо его найти. И если еще что найдете, дневники, ноутбуки, близких друзей, тоже сообщите. Плюс мне нужны живые образцы и антитела. Работы вам хватит. А вы? А я буду спасать жизни. Теперь извините, мне пора. Блок восстановлен. Во, сейчас можем улучшить. Клиника, клиника. Для каждого блока доступно по 10 улучшений. Для улучшения медицинского блока требуются медицинские ресурсы. Их можно получить, выполняя медицинские операции, участвуя в медицинских инцидентах. Каждое улучшение вносит свой вклад в развитие блока. Каждое построенное улучшение открывает доступ к новым навыкам, модификациям и талантам. Каждое улучшение наделяет вас одним или несколькими преимуществами. Все они перечислены в минус способности на вкладке преимущества. Дополнительная ячейка для аптечки, например. Интересно. Давайте построим первое улучшение. Клиника. Улучшить. Настоящая работа, агент. Тебе должны платить как следует. Новый навык, новое преимущество. Новый талант, новый талант, новое преимущество, новое преимущество. Отлично. Аптека. Теперь лекарства будут выдаваться строго по рецептам. Думаю, на этом закончим эту часть. Медицинский блок прокачан на 2 улучшения. Всем спасибо за просмотр. С вами был Денчик. Пока-пока.